Новые санкции Европейского Союза против России могут коснуться российского нефтяного сектора, компании «Роснефть», «Газпромнефть» и «Транснефть». Об этом сообщают европейские СМИ. В частности, российским нефтяным компаниям с активами более триллиона рублей ограничат доступ на европейский рынок капитала. Такие же санкции могут быть распространены и на оборонные концерны Российской Федерации. Напомним, что ранее под санкции ЕС попал ряд российских банков, в частности Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк. Им закрыли доступ к финансовым рынкам Европы, запретили продажу облигаций в евро и выпуск акций в пользу европейских акционеров.